Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня видео будет небольшие небольшие покупки из зоомагазина. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Давайте начнем с лакомств. Первое — это лакомство легкое, такое, ну, это легкое баранье, вот для Лёли, она его любит очень. Я купила такую пачку большую, потому что сильно не было, поэтому взяла вот это вот от фирмы Tidbit. Следующее — это вот такая вот косточка кольцевая, вот опять же купила ее, потому что у Лёли закончились такие косточки разные, чтобы ее погрызть. Следующее — это нежное филе курицы, вот такой вот кусочек продается сейчас, это вообще, по-моему, для кошек, или для кошек, но как бы для собак тоже пригодно, как бы мне сказали в нескольких зоомагазинах, то что это также можно давать собаке, тут без разницы, вот. Это тоже так же для Лёли, но я это, наверное, половинку еще дам и Мише. Давайте дальше. Следующее — это пеленки гигиенические, одноразовые. Тут 5 штук. Так, у Лёли уже заканчивается, у нее 5 штук осталось. Вот еще купила. Они были по штука, по-моему, 30 рублей. Я эти взяла, да. 60 на 40. От фирмы Le Artis. Дальше это фитамины от фирмы Веда. Это противоаллергический фитокомплекс. Это для Миши, так как у нее идет, скорее всего, аллергия на что-то. И мы думаем, что это на корм, как нам сказал врач, мы поменяли уже корм. И у нас там одна баночка такая уже почти закончилась, так как тут надо очень много давать, но я даю чуть меньше, чем тут надо, потому что, мне кажется, это слишком много, 5 штук. Два раза в день, то есть 5 штук утром, 5 штук вечером. Это очень, как мне кажется, много для Миши, хотя он очень большой. Ему дают чуть меньше, где-то по 3 штуки. Вот, это стоило 90 рублей. А вот это стоило 210, что ли. Это 15, а это 22, по-моему. Давайте дальше. И последнее — это песок для шустрика от фирмы Вака Люкс. Песок для шиншилл, чистюля. И вот я такой уже не первый раз покупаю. Это очень удобно хранение, потому что здесь вот так открываешь и как бы это сверху закрываешь. Но у меня была баночка от песка, которая вот так вот закручивается крышкой. Мне это удобнее, я всегда пересыпаю в ту банку, потому что мне как-то удобнее, я оттуда не рассыпется уж точно. Вообще, ребята, это были все покупки из магазина. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И напиши в комментариях, какие видео мне еще снять. А пока что всем пока.